Американская горка вместо переправы. Так, в середине мая люди переходили пивоварку на Фурманово и ждали ремонта. Хоть и не в первоначальном виде, но восстановление состоялось. После нашего сюжета власти соорудили здесь временную насыпь. Сделали нормально, еще маленько насыпь чуть повыше сделать. То есть он утрамбовывается. И, в принципе, вообще здорово. Тот там мостик такой хороший был. Ну, крепкий, все, только вот края-то стало размывать, и он обвалился. Но это, сами видите, неделя прошла, и он развалился. Когда мостик перестанет быть насыпью, не говорится. Он, кстати, не состоит на балансе города. А это переправа на Юрино. С приличным трафиком движения и пешеходным, и велосипедным. Ей несколько десятков лет. Так что постройку подделывают, она по-прежнему популярна. Проходя по этому мосту, люди ежедневно сокращают путь. Например, направляясь с железнодорожного вокзала в сторону улицы Юрино. Если днем здесь можно аккуратно пройти, то ночью запросто не заметить проломов и провалиться. Ясное дело, отремонтировать надо, конечно. Вон, можно туда и упасть. А вы не боитесь ходить по такому мосту? Да мне что бояться, я ночью не хожу. Ну, думаю, он не очень безопасен. Ни для взрослого человека, ни для ребенка, ни для велосипедиста. Много щелей. Еще один мост, требующий внимания, на Советской армии. Удобный он разве что для автомобилистов. На свой страх и риск люди обходят по обочине. Поврежденная часть моста не перекрыта, но и проезжая часть не ограничена. В эту дырку даже можно ногу поместить целую. В мэрии поясняют, о проблеме знают, и она на контроле. К слову, сейчас на балансе города находится 42 моста. Пешеходная зона требует ремонта, то есть там части пешеходных ограждений и самой ремонт, замена тротуарных блоков. Чтобы это все выполнить, требуется разработка проектной документации по замене полностью этих блоков тротуарных. В текущем году это не планируется. На следующий год будет рассмотрено. А в этом году деньги пойдут на ремонт других, более аварийных участков. Например, путепровода на Попова. Что касается деревянного моста на Юрино или обвалившегося моста через пивоварку на Фурманово, то их обновление вообще не предполагается. Ведь объекты не на балансе города. Тем не менее, в мэрии заявляют, что мониторят их состояние и при необходимости ремонтируют. Ну или как в случае с мостиком на Фурманово, который восстановили после нашего сюжета. Мария Микшута, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком.